Привет, дорогие мои друзья! С вами Воблер и добро пожаловать на канал! Мы вместе с вами продолжаем играть в замечательную игру, которая называется «История некроманта». Мы сейчас вместе с вами пытаемся пройти третий уровень, ребятки, третий уровень! На! Тоже мне тут... Демоны зеленые! Зеленые халки, как мне написали, ребята! Зеленые халки! На! Пошел я рубить всех! Вот так вот! Всех одной ногой! Одних, вторых! Прощи... Что, пощади меня, он сказал? Пощады не будет. Ты не поставил лайк, пощады не будет. Шутка, дорогие друзья. Так, давайте мы сейчас соберем все ресурсы, которые тут нам выпали. Да ё-моё, а ну кто это так делает? И придется мне сдаться. Ай, заново. Ну ладно, сейчас мы заново начнем. Я думаю, что у нас все получится. В принципе, мы недалеко-то и зашли. С одной стороны, даже хорошо. Как всегда, начинаешь записывать телефон, и сразу ты всем нужен. Ну, есть такой закон подлости, знаете. Слышали вы про такой, ребята, закон подлости? Когда ты что-то делаешь важное, и тебе сразу начинают звонить. Когда ты фигней занимаешься, то тебе не звонят. Нет, звонят-то, но не так часто, скажем. Так, давай мы еще воскресим вот этот с мечом. 4-го левела, вставай, дружище! Орк. Враг, враг, какой я не враг! Бьем его. Кольцо выпало. Ух ты, колечко, колечко. На, пинком его, пинком добьем. Куда ты наших пинаешь? Бьем, 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 смотри. Помогите! Орк кричит, помогите! А что, вы умеете кричать? Помогите. Кристаллы бы берем, кольцо, щит, что мы тут еще? Мы можем, нет, третьего мы не можем. Короче, мы можем только двоих делать. Ого! Троих сразу я положил! Я умираю, говорит чувак. Давайте зелье возьмем, маны да возьмем. Сейчас можем уже... Я на финального босса, наверное, все-таки оставлю вот эту ключевую атаку, которая 50 маны стоит. Вот, блин, с ноги промазал-то. С ноги бью-бью-бью-бью с ноги. На! Снова промазал. Блин, блин. Бьем-бьем-бьем! О, отлично! Что-то выпало интересное! Бьем его, бьем-бьем-бьем. У... Я умираю. Они что-то новые диалоги начали говорить. Типа, я умираю. Пощади меня, да? Так, так, так. Что мы тут взяли? Подожди. А, Оручи-наручи. Оручи-наручи, блин. По такое название. Это просто Оручи-наручи. Это я не знаю, как... Обзывательство какое-то Оручи-наручи. Берем, лежать. Ты почему моего орка обидел? Ты плохой орк. Плохой. Плохой. Бьем, бьем с ноги. На. Добиваем его. Все, взяли. Так, нам надо его воскресить. Потому что сейчас будет босс. Мне кажется, маны у нас есть. Где этот босс? Орк огромный. Это босс, да? Красный, давай, руби всех. Бьем, 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 бьем. С ноги. На, положили. На изи всех рубим. Портал есть? Блин, это не босс был. Я ману потратил, это не босс был. И чё теперь? И чё теперь? Это босс. Это босс. На, лежать всем. Лежать, бьем, бьем, бьем. Смотри, у нашего уложил. У нашего одного орка, по-моему, хп заканчивается. Да чё я вечно промазываю? Давай. Так, все, мы все подбираем, зелье давай. Оручи-наручи. Оручи-наручи, блин. Это реально оручи-наручи. Это гонево, ребята. Я не знаю, почему-то у меня улыбку вызывает. Вот где босс. Бьем, 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 бьем их. Бьем, бьем. Бьем, положили всех. Оручи-наручи. Бьем, бьем с ноги. Давай, руби, а босс самый последний будет у нас, да? Подходи. Подходи, не бойся, уходи, не плачь. На, на, на. Он тоже щит ставит. Щит ставим. Давай, 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 давай. С ноги. Пнули. Давай, бей, бей его. Бей его, бей, 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 бей. Ну, вроде бы у нас хп. У нас хп так жестко восстанавливается, смотрите. Вообще жестко. Я такой вижу, он меня бьет, у меня хп добавляется. Думаю, что это такое? У нас, по-моему, здоровье мы там что-то воруем. Наверное, какой-то эффект вампиризма присутствует.
Оручи-наручи, блин. Ой, оручи-наручи. Это гонево, блин. Ладно, идем вперед. Мана добавляется. В принципе, мы все тут собрали на том уровне. У орка мы все забрали у этого. Инвентарь 9 из 12. То есть у нас еще 3. 3 слота. Четвертый уровень открылся. Давайте глянем, что у нас тут в инвентаре. Начнем с кольца. Кража здоровья. Минус 2. У нас восстановление здоровья. Короче, эта фигня продаем. Так, щит. Щит 45, у нас 49 плюс кража здоровья. Короче, у нас очень крутой сет, реально нереальный. Так, атака харизма 63, это шлем дикаря. А у нас чё, доспех ассасина, кража здоровья, кража здоровья. Чё, два раза кража здоровья, чё такое? 42, а тут 63, атака. Ну тут атака мощнее, давайте, наверное, всё-таки... атаку поставим. Мне кажется, вот этот нормальный шлем у нас. Это тоже, кстати, крутой доспех ассасина. Кстати, этот сколько... это за 150 продается, этот за сотню. Давай продадим. Что у нас тут-то? Меч. Ну, короче, у нас все топовое. Мне кажется, нет смысла... а ну, что у нас? Оручи, наручи 49. 45, 45. Короче, это все фигня, мы все продаем. У нас очень крутой сет. Реально, очень-очень крутой. Давайте мы посмотрим, что мы сейчас сможем сделать. Тут что-то мигает. Улучшение какое-то, ага. У нас троечка есть, а что это за капелька? Так, вы можете использовать способности с меньшей затратой маны. Снижает стоимость. О, так давай возьмем, снижает стоимость. Я хочу это прокачать, у нас-то больше маны будет. Все, ману все мы потратили. И давайте, возможно, купим какой-то, я не знаю, мы, конечно, подходим к финалу. Давай попробуем купить какой-то ящик. Сколько тут? 14. Уникальный сундук. Рунный сундук. Бесплатный сундук за рекламу? Ну, давай посмотрим. Как говорится, на халяву и уксус сладкий. Так, ну я как бы взял сундук за рекламу. Он перезарядится через 5 минут. Ну и где мой сундук? Где мой сундук? Это кристаллов. Сколько можно 100 кристаллов за 1 доллар купить? 100 кристаллов. Так что смысл? 100 кристаллов это один сундук. Даже на сундук не хватит кристаллов. Так. Не, ну тут за 200 хорош, конечно. Не, прикольная тема, в принципе. Можно таких много открыть. Так, наборы. Смотрите, что у нас наборы. Кристаллы. Так, самое максимальное стоит почти 100 долларов. 10 тысяч кристаллов. Ну, нормальные цены, в принципе. Обычные, скажем, цены. Ну, давай мы за монеты возьмем. У нас 1000 монет. Давай возьмем. Топор. Блин, ну топор. А у нас что? 21, кража здоровья. Ну, тут атака мощная. Тут нету здоровья, но атака мощнее. Ну, насколько она мощнее? Блин. Ну, не так. Тут мне кража здоровья... мне вот нравилось... кража здоровья. Смотри, кража здоровья у нас было 8, осталось 10%. То есть я чем больше бью его, тем больше здоровья мне возвращается. Тут я буду не так, чуть-чуть сильнее буду бить, да? Но здоровье что не будет возвращаться. То есть мы его продаем. Короче, у нас все в теме, все круто. Ой. Вы видели, как мы тут воровали здоровье с помощью еще шапки? Короче, кража здоровья крутая тема, даже несмотря на то, что здесь у нас мало хп. То есть, атака маленькая, но здоровье-то добавляется. Чем больше бьем, больше здоровья. Мне нравится такая тема. Ну что, дружище, пошли. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Привет! Привет, ты че сюда пришел? А этот пихает своего дружбана вперед. Ну, лежать вдвоем. Раз, два. Двоих сразу? А что, можно двоих сразу бить? Ты слаб, говорит... Орк говорит, ты слаб, это нашему чуваку. Наш бьет, орк стал защищаться. И тот говорит, ты слаб. Просто насмехается, вы поняли? Ой. Ему лишь бы посмеяться. Давай, бей, на. Двоих, смотрите, у нас здоровье просто восстанавливается. То есть я иду вперед, у меня ничего не уходит. Я бью и здоровье раз. Офигенно, короче, надо как-то так улучшать, что... чтобы всегда было 10% кражи здоровья. Смотрите, у меня топовое здоровье. Я прохожу по уровню. Я как читер, блин. Здесь, подожди, стопе, маны. И можно еще маны.
Подожди, еще давай одного. На. Подымаем, подымаем. Да что вы вдвоем не можете одного вырубить? Так, давайте вам помогу. Наш так бежал-бежал, его разу с ноги просто положили оручи-наручи. Фух. Все, я не буду больше говорить оручи-наручи, ребята. Но если там будет написано что-то, то вот буду. Ух, так. 5-го левела. У нас один орк 5-го левела. Давай. Бей. Мне даже можно щит не ставить. Здоровье все равно восстанавливается. Какой смысл-то ставить этот щит, да? Давай мы сейчас... Где у нас 5-го левела? Вот этот чувак. Можешь сильнее-то и дамажить будет, правильно? И давай еще одного. Блин, ну круто, я вот подымаю, а мана у нас как бы остается. Это хорошая тема, мне кажется. О, нет, говорит он. О, нет, получай, сейчас я как нет. Давай, бей, с ноги. Блин, они довольно сильные, ребята. Так, бьем. С ноги, давай. Так, ману давайте мы возьмем. Ману мы подбираем. Здоровье. А смысл здоровья подбирать? Мы все равно сейчас мы восстановимся. Че вы тут приперлись? Вы кто такие? А ну в атаку. Положите. На, толпу. По-моему, мои все дружбаны откинулись куда-то. То есть я сам, походу. Я сам против всех. Давайте мы чуть-чуть отойдем. Я убью тебя, лодочник. Убегаем от него. Смотрите, он меня бьет, и у меня все равно здоровье восстанавливается. На! Ну что, мне брать все-таки жорков, да? Надо все-таки подымать. Где этот 5-го левела с топором? Еще одного. Ого! На, лежать всем. Ну тут реально их как-то многовато, ребята. Много их. Бьем, ого! Толпой такой-то на меня. Я уже чувствую, что... Нехватка какая-то у меня чего-то. Смотрите, здоровья и всего остального. Стоп. Давай мы щит возьмем. Щит. С ноги. Я сзади буду бить. Нормально, но пока на меня отвлекся. Мы завалили. Давайте еще кого-то подымем. Есть? У меня не хватает маны. Маны. Кристаллы взяли. Блин, я ногу использовал зря, мне кажется. Стопе. Давайте мы орка подымем какого-то. Вот этого. На, лежать. Это босс уже? Это босс? Босс. А маны у меня нету на босса, смотри. На, положил сразу всех. Давай здоровье. Здоровье хочу взять. Хочу здоровье реально взять, потому что, ну блин. Ага, босс. Пусть они пока босса бьют. Бьем. А я вообще по нему попадаю? Или не попадаю? Да что-то, по-моему, я один на один с ним остался, чувак. Давай, бьем. Смотрите, у меня восстанавливается ХП. Блин, это читерство какое-то, реально. Топор дикаря? Золотой? Ничего себе, еще что-то? Ботинки дикаря или что-то дикаря? Смотрите, золотое. Обычно у золотых там вообще прирост очень сильный. Так, берем кристаллы. Кристаллы. Берем мы кристаллы, монеты, кристаллы. Так, мы тут ничего не пропустили. Инвентарь снова у нас полон. Сколько? 9 из 12. В принципе, я понял, всегда где-то 9 штук выпадает на уровне. Но, в принципе, нормально. Давайте сейчас зайдем, посмотрим, что мы тут наколедовали, а? Оручи-наручи, блин. Топовый уровень, последний. Так, начнем с оружия. Это фигня. Продаем. Топор. Кража маны. Блин, 31 атака, а тут 21. Как бы мне не хотелось, как бы... Реально, не хотелось менять. Как бы мне не нравилась кража здоровья, но 31 атака, это очень жестко. Это просто жестко. Смотрите. Блин, ну... А кольцо, что это? Кража маны. А что, кража маны тоже такое бывает? А что у нас кольцо дает? Восстановление здоровья. Ну, блин. Я даже не знаю, что лучше. Кража маны или восстановление здоровья. Что тут золотое, что тут? Так, тут харизма, восстановление здоровья. А тут у нас кража здоровья. Вот что лучше, кража здоровья или восстановление? Так, тут у нас 63 хп получается, да? Но восстановление здоровья 2%. А тут у нас
получается 49 хп. Но кража здоровья 3-6. Тут как бы больше он ворует здоровья. Блин, ну и тот крутой. Я не знаю, наверное, вот этот возьмем, потому что он золотой же. А это а какой дороже? Это дороже получается, видите? Получается, у нашего персонажа почти 1000 здоровья будет. Ну, нормально. Но это нехило, я вам скажу. Меч. Ой, щит, точнее. Щит фигня. Щит полный отстой, мы его продаем. Щит ты плохой. Обувь. Орочьи сапоги. Редкий орочий. Восстановление маны, восстановление здоровья. Так, у нас кража 3.2. Кража 3.2. Мало. А было все, ребята... А было у нас 18. Мне кажется, сейчас будет жестко. Зря я все попродавал. Ну а что? Что мы еще можем сделать? Давай мы... Атака. Ну давай меч пока оставим, это кольцо. Кража маны. Восстановление здоровья. Не, короче, пусть здоровье будет. Нафиг нам мана, конечно, хорошая штука. И меч давай продадим. Давай мы сейчас откроем сундуки. Может реально что-то будет толково. Вот, за 14. Уникальный сундук. 14, давай. Опа, щит. Что дает? Щит, восстановление здоровья 1.2. А тут восстановление... Кража здоровья. Фигня. Ну, щит, ну чё ты такой отстойный? Прочность одинаковая, так а здесь же здоровье круче крадется-то. Ладно, еще давай. За кристаллы. Так, кольцо золотое. Восстановление здоровья, защита. Восстановление здоровья. Тут защита. А что тут... 22 хп дает. А что за защита? А, защита это броня-то. Блин, так я защиту и не юзаю, в принципе. Ай, продаем. Еще давай. Пошла жара. Что такое? Кража маны. Да вы что, издеваетесь? Мне надо по здоровью. Нафиг мне ваша мана? Кража маны. Харизма. Невезуха, короче. Давай вот этот откроем. Что тут? Фигня какая-то. Фигня, продали. Все, не буду больше открывать. Идем, идем, ребята. Финальный уровень. Финал, битва с боссом. Финальный командир орка. В нам говорится. Чпок, чпок. А чё я? Почему я один? Я у мамы один. Пошла жара. А. Давай, бьем. Всех бьем. Стоп. Стоп, сейчас за ману поднимем. Этого сейчас за ману бьем. Щит. Щит взяли. Пусть они пока тут долбят. Я мана еще кого-то воскрешу. Потом с ноги рублю. Все. О, наши уже побежали. Наши побежали. А что они так быстро бегают? На! Уручи. Блин, я снова. Давай я сзади. Стопей. Давай я сзади на него. Давай бьем. Все, завалили. Ты покончил с фантастическим орком-командиром. Фантастический орк-командир. Просто вот набор эпических слов. Вы просто послушайте. Ты покончил, то есть не убил, не победил, а покончил с фантастическим. Уже что-то это что-то фантастическое. Орк-командир. Ядрить, колотить. Каждое слово здесь написано. Это просто вынос мозга. Фантастический орк. Я даже ролик назову. Фантастический орк-командир. Блин, хотя бы не забыть. Так, стоп. Я понимаю, что ты типа... Так, я понял, я все понял. Дайте я подберу, пожалуйста. Я хочу все подобрать. Что-то золотое. Фантастический орк-командир. Орочи сапоги крутые какие-то. Орочи наручи. Я говорю, что не буду говорить о рычи-нарычи, но это, блин, почему-то улыбку мне вызывает это все. Так, люди под контролем. Под чьим контролем люди, я не в курсе, но давайте мы посмотрим, что мы тут напосевали, да? Так, орочи сапоги, защита 5%, 54 хп. Что у нас? Блин, восстановление маны, восстановление здоровья. Вот, ай. Так, что... Дороже. Оно все одинаково стоит. Но восстановление здоровья, восстановление маны мне больше нравится. Вот, если честно. Тут, ну да, защита. Но я защиту, говорю, не юзаю. Берем. Что тут у нас? Атака, защита. Ну, ого. Ну, 63. Ну, тогда у меня не будет
Восстановление восстановление здоровья, короче. Восстановление здоровья — это реально читерская штука. Фигня. Продали. В принципе, у нас неплохо все укомплектовано, дорогие друзья. Мне нравится. У нас даже одно очко способности добавилось. Нормальная сложность должна быть пройдена перед тем, как открыть руны. А, мы ж пока на обычном идем, я понял. Итак, дорогие друзья, оставайтесь на канале, ставьте лайки, вы у меня самые лучшие. Удачи и пока. Сладких снов. Видишь, вечером выходит, значит, сладких снов. Пока.